Чаю по нам по-прежним. Замечательное произведение, где каждый мечтал о своем, ну и так далее. Ну, это очень емкие стихи. Видите ли, на мой взгляд, это произведение, которое не развлекательное. Эти стихи не могут человека, может быть, заставить прыгать там и плясать. Ну, по крайней мере, то, что пел я. Но задуматься о смысле жизни, о том, что такое самая жизнь, по-настоящему. По-настоящему это довольно талантливо, если не сказать больше. Ну, с огромным уважением к этому человеку во всех отношениях. Лично я отношусь, всегда преклоняюсь, всегда приятно с ним видеться. Крайне редко, кстати, это бывает, но вот думаю, что в ближайшее время мы с ним повидаемся и что-нибудь обсудим.